Уважаемые посетители сайта archiprus.com, предлагаем вашему вниманию новинку. Это полотенце матрешки, полотенце вафельное, сшитое из 100% хлопка. Рисунок нанесен методом принта. Что изображено на данном полотенчике? Множество разных матрешек. Причем для эскиза был взят пример самой первой матрешки, который был создан в конце 19 века. Цвета яркие, то есть здесь использован белый фон, а печать выполнена в бордовом, зеленом и оливковом цветах. Причем это полотенчика не просто с матрешками, на обороте у него очень яркий узор. Этот узор называется турецкие огурцы, считается традиционно русским. Именно такой узор используется, например, для декорирования павлово-посадских платков, а также он используется в росписи матрешек и других традиционных русских сувениров. Обратная сторона белая. Полотенце хорошо стирается, рисунок не линяет, не состирывается. Стоит это полотенчика вполне недорого. Это бюджетный вариант русского сувенира. Можно дополнить матрешки, комплекты деревянной посуды, хохлому или подобрать другие подарки в русском стиле.